И срочные сообщения. В эти минуты приходят из Капотни. Очевидцы сообщают о взрыве на нефтеперерабатывающем заводе. Неназванные источники информагентств уточняют. Взорвалась установка по переработке топлива. Якобы это был гидроочиститель дизельного топлива и керосина. Затем вспыхнул пожар и огонь перекинулся на цистерну с бензином. Также, по неподтвержденным данным, пострадали 3 человека. И вот прямо сейчас приходят новые уточнения. Медики оказали помощь 3 пострадавшим. 2 из них госпитализировали, отправили в ГКБ с различными травмами. Пожар потушен силами сотрудников завода. По данным другого источника, был вовсе не взрыв, а хлопок из-за разгерметизации компрессора. Подробности и новые кадры с места событий позже в нашем эфире.